Всем доброе утро. Я иду работать. Я вам покажу, как проходит мой рабочий день. Работаю я в лучшем магазине Ростор. Это не реклама, ни в коем случае. Просто я покажу, как проходит мой рабочий день. А? Так, мы на месте. Это по адресу Вилюйка. Здорово. Всем привет! О, а где все? Здравствуйте! Привет! А, где все? Где? Даша! Привет! Как дела? Хорошо. Помахай, это камера. Кто? Камера. Ты что, ты спала здесь? Не-а. Ты ночевала здесь? Я выспалась. А-а-а. Привет! А? Ты с тобой. А что, не видно? Нифига себе тебе, Даша. Поздорово. Бойся, я тебя на камеру снимаю. Ну что ты такое-то, блин? Всем привет. Здравствуйте. Это мой любимый отдел бухгалтерия. А тут у нас тендерщики. Привет. Как дела? Эстет, это футбол играл. Привет. Здорово. Со всеми поздоровались. Сейчас я попробую своего директора. Вон, иду, долбоёбы. Как вы знаете, в каждой работе есть команда. Привет, привет. Привет. Помахай, улыбнись. Работает в такой команде, как вот эти люди. Это опасно. Здорово. Че с тобой? Да ничего. Бля. Привет. На камере, надеюсь, ты худой. Чтобы вы понимали. Это тот человек, у которого я постоянно угораю, но я его люблю, его тоже. Это Вася. Это мое рабочее место. По традиции, ваш директор дает вам вот такие вот ништяки. У меня вон целая коллекция. Так, это моя копилка. Недавно я жестко затупил. Я сломал визуал Инстаграма и сейчас это все исправим. Как вы можете заметить, вот у нас товар идет. И вот здесь есть красная зона, ну типа новостная лента. И тут получилось так, что три поста сразу вышло, а новостная не вышла. Это у нас Константин, директор, один из директоров. Я операционный директор. Если что-то надо сделать поинтереснее, чтобы блог был прикольный, можно в принципе что-нибудь. Ну там чутка можно, чутка может выделить. Хорошо. Да, чтобы хорошо. Было, главное, чтобы было весело и прикольно. Да. Мне поднимут зарплату. Так, ладно, пойдемте покажу, что тут у нас есть. У нас есть 4 точки. В общем счете 4 магазина. Пульс встретили, Солоковского. Доброе утро. Привет. Это наш директор. Привет. Был в банке. Ага. Почту забрал. А, все понял. Все, пока работаю. Так, у нас есть 4 магазина по улице Солоковского, Строителей, 203-м и вот здесь, самое главное, по Вилюйке. И по Вилюйке считается как самый большой магазин. И здесь на Вилюйском вы можете найти реально вот абсолютно все, потому что магазин очень-очень и очень большой, 2 этажа, там продукты, бытовая химия, товары для дома. Примерно давайте покажем. Диваны, столы Икея, там лодки, охота, рыбалка, палатки для казанов. Сани волокуши, кстати, они сейчас дешевенько стоят. Обувь, зеркало, игрушки, велосипед, детское питание. Это не питание, ну детское что-то. Здорово, Ванюша, как дела? Помахай. Кстати, он холостой, он ищет себе девушку. Если есть варианты, пишите мне. За 500 рублей дам его номер. Тут есть все для гриля, барбекю, шашлыки, там все дела. Есть афганские казаны, кстати. Давно о таком мечтал, но пока мне устраивает свой казан. Знаете, тут еще есть интересная штука такая. Оттукмас. Оттук. Для природы и так далее. Она еще пахнет так.
заряжена. Если вы забираетесь с ночевки и так далее, можете 2-3 таких штуки взять и вообще не волноваться. Не ходить по лесу искать дрова. Так, это мы были на втором этаже, сейчас идем на первый. За этим ширмой у нас сидит охрана. Камеры. Теплица. Одна из самых таких ходовых товаров, это у нас вот растительное масло по 162, 75 и 69. По городу средняя цена вот этих масел 200 рублей и так далее, ну и на самые такие доступные. Кока-кола у нас она стоит 200 рублей, ну 999. Вот, тут есть посуда, и вот там еда, вон там прямо до того зала. Этот угол для животных. Бытовая химия. Ну, тоже бытовая. Ну, считай, вот отсюда и вон до туда. Это все бытовая химия. Вот у нас ножи, целая полка. Вот целый вот этот, видите, ряд. Это все для кастрюль, чайники. Дождевики, кому надо. Тут у нас уже идет бытовая техника. Это считается как... Его тут, и, кстати, очень-таки много. Товары постоянно обновляются, потому что, ну, тут быстро раскупают. Привет! Привет тебе! Здравствуйте. Ну и тут уже идет более такое, знаете, дачное, потому что сейчас дачный сезон. Шланги, баки. Там уже строительные. Ну там тоже есть техника, вот такая бз-бз-бз, всякие вот эти. Это полка для машин, вонючки, там всякие спреи и так далее. Вон, даже пылесос есть. Вот, умывальники для дачи. Самый необходимый вариант, чтобы под утро почистить зубы. Так, и тут у нас есть... сад и огород. Ну не думайте, что это вот только вот это, а она вообще вот. Вон до кассы прям. Помидоры, огурцы. В этом магазине идут постоянные акции, скидки. Например, вот. Акция 1 плюс 1 равно 3. При покупке двух одинаковых товаров, третий товар подарок. Но это на определенный вид количества товаров. Это не на всю продукцию, естественно. Кстати, фишка. Если ты приносишь свой вот такой вот пустой, то ты смело можешь взять новую. Ну, типа, никуда ходить не надо, ты, если ты пришел такой, сзади тебя бутыль, ты забыл, ты взял, ушел. Тут, кстати, надо поправить. Сейчас ребята поправят до обеда, по-любому. Вот, например, вот акция на вот такую посуду. Это, походу, икеевская, да? Да, это Икея. На такую посуду, вот смотрите, 1 плюс 1 равно 3. Прикольно же. Тем более сейчас Икеи в России нету, так что поспешите. Ну, думаю, всем хватит. А сейчас пойдем туда, где мы все любим это очень место. Это у нас кафе Клевер. На первом этаже магазина Рустор вы можете найти. Вот. Это вот такое вот у нас вкусное кафешка, где... Ну, тут постоянно люди кушают, потому что закупаются, приходят, обедают и уходят. Привет! Помахай! Ну и тут всегда все свежее. Вот курица, сосиски... и выпечка. Вот такой вот маленький гайд по магазину Ростор. Так что следите за нашим инстаграм. Кстати, кем я здесь работаю? Я здесь работаю СММщиком в рекламном отделе, отвечаю за инстаграм. Время 11:30, и мы сейчас поедем на улицу Солоковского снимать дополнительный ролик. Так, давайте чуть-чуть познакомимся с ребятами. Мой брат, друг, сестра и собака. Вася, давай, расскажи о себе. Перед камерой он жестко стеснительный. Когда камера не включена, он прямо лох. Все свои 5 зубов показывает всем. Это у нас категоричники, люди, которые ответственны за товар. Это Евдокия, Евдош. Она старая. Она умеет говорить по-китайски. Скажи по-китайски всем привет. Дадяхао. Это у нас Ревас. Чувак двигается на харке. Мы если на парковку выйдем, покажем его машину. И еще у него есть Escalade. А тут HGBTLR. Привет, Тесс. Тоже категорийный менеджер Елизар. Он, кстати, кофе вкусный был. Если кто не знал, он еще и рэпер. Он... Ты же рэп читаешь? Сегодня на Целковского поедешь, завтра на строителей. Хорошо. А если мы на Целковского и когда-нибудь сразу на строителей заедем? Не, пока не готово. Ага. Это мой стабилизатор и микрофон. Рабочий будний Рустора.
Это у нас оптовый отдел. Кстати, сейчас обед, но мы не сняли свой обед, который... Вау! А мы уже покушали, но я не успел это все снять. Так, у нас белый Toyota Spacio 429. Здравствуйте. А, на каждой лете. Итак, мы приехали в одну из точек Ростова, это Целковского. Вот. Там аэропорт. А вон там строят бассейн. Сейчас туда зайдем, и там есть глубоко уважаемый рэпер республики. Так, Целковского. Как-то вот так, по продукции. Ну и так далее. Привет, тест. Лого. Ебой. Город, город, антурар, тора. Город, умортан, урат, ты вора. Бусор, город, уру, катан, урбан. Город, ка, устар, буратара. И не знаю, что это угодно. Антохан, бедный людей. Верен. Будем ставить какой-то баннер, по-моему, и туда сейчас будем размеры брать, чтобы под заказ сделать. Такое мороженое никогда не пробуйте. Коротко о мороженом. Так, замеры снимаем. Сняли замер отсюда. Да туда. Стоит, да? Как всегда, да? Ага, рэпер. Бывший. Бывших не бывает, да? Эй, довольно как. Ростургут. Бедикер дуде пита. Ага. Бедикер тагар. А, строителя мерил туда, ага. Ну, а что она когда заработает? Она работает? Когда заработает? Она работает уже? А, да? Да. Здесь преимущество этого магазина того, что здесь, смотри, это скидка 10% абсолютно на любые продукты. Сейчас будем снимать. Акция 1 плюс 1 равно 3. Типа, 2 газа покупаешь, третий подарок. А? Кельдага. А? Toyota Succeed Мирзаев. Так, нам говорят, что машина приехала. Едем. Приехали опять же в главный Ростов. Отсняли материалы и сейчас будем монтировать. Как настрой, Вась? Как рабочий день проходит? Понедельник, о, смотрите, что там. Это нам, да? А, это на тарелке это наш. У нас тут постоянно бывают какие-то праздники, дни рождения и так далее. И тут. Семи и Васи, решите сами, что и кто из вас гангстер, а кто снежок. Тарелки помойте и в кафе. Гангстер-то я здесь, Настя. Короче, кто последний тот кушает? Эй! Он моет посуду. Эй, я это не ем. Ты не ешь что? Почему? Почему? А, ты шоколадный хотел, да? Нет. А вообще не ем-то. А ты подумаешь, что... Это типа блок? Да. А что у тебя две? Там два тогда, хочу разнообразие. Сон подружки. Ну что? Как день проходит? Нет. А ты куда? Домой, серьезно? Все уже? Блин, повезло. Пока-пока. Каждые выходные здесь проходит большая ярмарка, но каждый день, то есть с понедельника по понедельник, здесь будет рассада. Безусая еда. Земляника безусая. Морозостойкая, минус 50 стоит-то. Зимует? Ничего себе. Эустома, Альбион. Альбинос. Клубника. Земляника садовая. А чем отличается клубника от земляники? Клубника один это старое название. А так по-нормальному она называется клубника. Вербана. Цветочки. Как видите.
так что приходите. А, кстати, еще бывает здесь ярмарка. Чтобы вы понимали, тут настолько продают то, что вот, например, вот такая есть. И в эту урну туда кладут там молотки, саморезы, плоскогубцы. И за 1500 все вот это вот, знаете, вот, вот всю эту большую коробку продают за 1500, за 2000, ну как-то так. Есть же газонокосилка, которая они в магазинах стоят по 10 тысяч, там, не знаю, по 15, да, вот. А здесь продавали за 3, за 2500. Так что приходите. Кстати, наша машина. Здесь очень крутой водитель у нас. Йо, what's up, bro? Его нет. А, вернемся к торту. Если Вася не... Вася сказал то, что не будет есть, значит его съест кто? Правильно. Последний час работы, я сижу, забиваю планер. Планер — это такая штука, которая автоматически вытаскивает посты. У нас в день порядка 3 постов должно выйти, к ним описание, плюс еще мы товары сверяемся с категоричниками, к этому еще и должны быть сторизы. Доброе утро, репосты тех самых постов, таплинк, сторизы про акции и еще новая рубрика «Какой сегодня праздник?» типа. Дошел до 25 мая, и знаете, 25 мая, кажется, день кофе в Бразилии. Так, ну что ж, вот и закончился наш рабочий день. Элизар уже ушел. Сейчас я домой. Пока. До свидания. Все, давай. И пока, Евдош. Пока. Всем пока. До свидания. Все, всем. Ой. До свидания. Юлан, давай. Все, давай, пока. Давай. На велике, да. Люба, пока. Опять снимаю. Да. Скажи пока-пока. Пока-пока. Давай, бро. Пока со всеми не попрощаюсь, не уйду. И так каждый день. Работайте в Росторе, и у вас будет вот такой вот аппарат. Может, мне нужно молнию зайти. А это что, это щиток, да, здесь? Да, это все. Ну что ж, мы идем домой пешком. Росторус, пока. Пока. Давай, брат. Каждый день я езжу на велике. До дома добираюсь за 10 минут там, да? Но сегодня я нет. И завтра, скорее всего, тоже буду ходить пешком, потому что я дал велосипед другу, Валере. Потому что, как я понял, это ему более нужнее. Ему по работе что-то там надо побегать. Ну, как говорится, сам погибай, товарища выручай. И, может быть, завтра еще пойдем потренируемся по боксу. Пикабу! Завтра должен быть насыщенный день. Ладно, ребята, всем пока, всем до свидания. Спасибо. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, лайки. Там, что там еще. Ну и все. Пока.